Однажды я договорилась о встрече с моим новым знакомым. Но в назначенное время он не пришел. Я расстроилась, а моя подруга сказала: «Не переживай, у нее всегда 7 пятниц на неделе». Но ведь пятница – это день недели, она бывает один раз перед выходными. Что же это значит? 7 пятниц на неделе – фразеологический оборот, обозначающий непостоянство желаний и поступков. А можно я вам деньги завтра отдам? Сегодня кошелек забыла. Ну, или в пятницу, например. Просто нет сейчас денег. Такой диалог мы могли услышать раньше на Руси, когда пятница считалась базарным днем, когда люди ходили в магазины, по базарам, по лавкам и обменивались товарами. Помимо этого, пятница считалась днем возврата долгов, расплаты по счетам и так далее. А человек, который все время переносил это действие на завтра, называли человеком, у которого 7 пятниц на неделе. То есть он постоянно откладывал выплату долгов своим товарищам, покупателям и так далее. Сейчас это выражение приобрело распространенный характер, является одним из самых распространенных фразеологизмов в русском языке и означает человека, который часто меняет планы, постоянно меняет свои приоритеты. 7 пятниц на неделе. А на моем языке это звучит так: «Ор 24 ঘন্টায় নয় 48 ঘন্টায় দিন হয়».